Так, ну давайте посмотрим, что там изменилось. Новый Invasion Mode написано. Включим все-таки нашего новенького бойца, если он сейчас вообще здесь появится. Я прям не знаю, есть ли он уже. У-у-у! Yes! Yes! У нас уже есть Omni-Man. Так, давайте его потестим немножечко. Мне очень интересно. Так, давай также сделаем тоже Омнимена. Пускай будет два. Так, еще что-то. О, Тремор. А как его получить? Странно. Ладно, наверное, его как-то надо будет заполучить. Но, окей, возьмем пока Соньку и Скорпа. И портал. Так, ну что, ребята, что у нас вообще есть? Давайте посмотрим начало просто базы. Единичка. Вот. Начало 7. Окей. Двоечка 9, так же как у рептайла. Троечка 11, побыстрее, чем у рептайла. У него 15 было. Четверочка у нас 12. О, неплохо, неплохо. Ну, более долгая атака. У рептайла четверочка идет на, по-моему, девятку, если не ошибаюсь. Так, что у нас есть? Назад один. 12 кадров. Ага. Вперед один нету. Тычка есть. Окей. Двоечка. Назад. Назад два нету. Не имеется. О! Это что такое было? Вперед два. О! Начало 28. О май гад. Хо-хо! Вот это круто, если задерживаешь сверху. Бам! А, он все-таки перепрыгивает еще, смотри, это еще сверху атака. Офигеть. Ладно, ладно, я понял. А как еще можно сделать? А, можно просто быстро нажать начало на 12. Просто быстро вперед 2. И смотри, вот. Нифига себе. Он телепортируется настолько быстро. Подожди, что-то не то. А как я так быстро сделал? Не понял, а как было 12 кадров? Я что-то не то нажал? Ну, можно задерживать вроде, как я понял. Ну, ладно. Так, это есть у нас. Назад мы посмотрели. Так, вперед 4. 17 кадров, окей. Назад. Прикольно. Я думал, назад 4 будет что-то другое там ножкой. Ну, ладно. Так, назад 3 не имеется. Но имеется... Воу. Имеется вперед троечка, 14 кадров, окей. Вниз 3. Вниз 4, окей. Так, что еще есть? Может, 1-1 посмотрим? Есть такая атака? Нету. 1-2? Есть. 1-2, окей. 1, у нас высокая. 1-2, средняя. Ну, как у рептайла. У него 1-1 был. Ага, 1-2-2 имеется. Окей, я еще вообще не смотрел в меню, так что для меня все новое. 1-2-2. Средняя, высокая, средняя. Значит, можно в последнем ударе присесть. И не попадет, окей. Что еще есть? Так. 1-1 не имеется. Назад 1-1 есть. Средняя высокая. О, средняя высокая выводит на комбу, да? О, красота. Ой-ой-ой. То есть два раза можно. Ну, почти. 1-1. Назад 1-1. Еще раз. И потом можно еще чуть-чуть. Окей, окей, я понял. Так. Так, что еще у нас имеется? Так, назад 1-1 мы сделали. О. 2-2-2 есть. 2 у нас высокая опять. Так же, как и 1-1. 2-2 это сверху. О! Оверхед. Высокая, а потом идет сразу оверхед. И заканчивается в высокую. Окей. Тогда здесь можно будет какой-нибудь спешл сделать. Еще не знаю никаких спешелов. Сейчас потом поглядим все вместе. Просто тыкаю сейчас и просто без менюшки пробую, что имеется вообще. Так, ну это уже прикольно. Но, наверное, надо будет вот так все-таки делать, чтобы выйти на комбу, потому что никто этого не будет ожидать, да? Вот. Средняя, назад один хороша идет. Так. Вот эта штука тоже прикольная. Ну как? Надо там что-то делать.
надо будет что-то там придумать. Я еще не понимаю, как это работает. Так, ну ладно, давайте уже посмотрим, что у нас тут вообще имеется. Так, единичка мы посмотрели. 1-2 мы посмотрели. А, нет, 1-2 мы не смотрели. 1-2. Высокая средняя. 1-2. Высокая, окей. Так, good. Назад 1 мы смотрели. Назад 1-1 это лаунчер. При ударе можно отменить в прыжок. Окей, давай посмотрим. Потом дальше можно продолжать. Окей. Следующее. Назад 1-2. Средняя. Ну, вот так можно было бы сделать. Окей, просто пробить. Окей. Так, это тоже уже было. Это понятно. Так, еще какие-нибудь примечания тут есть? Вперед 4-1-1. А, нет, вперед 4-1. Захват. Вот это да. Это то есть можно уже будет комбить. То есть вот так. А, нет. Раз. 1-1. Давайте посмотрим. Назад 1-1, а потом вперед 4-1 захват. О, вот это уже классно выглядит. Такая маленькая комба, но уже приятно выглядит. Так, ну тут еще есть атаки в воздухе. 1-2. Захват. Давайте его посмотрим. Ух ты. Здесь там может сразу хватать. Типа просто захват. Не идет. Здесь надо 1-2, а потом. Интересно. Так, у нас потом имеется 2-1, 2-1-2 и 2-1-2-1. И еще какое-то жесткое приземление. Посмотрите. А, ну да. Понятно. Потом 2-1. А. 2-1. 2-1-2-1. Надо будет потом подумать, что с этого можно еще сделать. Окей. Да, и очень важно еще посмотреть просто на бросок. Бам! Да, классный бросок. Бросок вперед. Ну, за счет Соника, понятно. Бах. Тоже круто. Так, а теперь перейдем к спешу. Спецприемы. Назад, вперед, 1. Ух ты. Как у Халка. Так, средняя атака 80, начало 18 кадров. Так, потом есть усиленная. Еще в воздухе есть, окей. Давайте посмотрим. Так, сейчас усиление. Ух ты, ничего себе, он даже до сюда. Почти на весь экран смотрит. Ну ладно, показалось. Так не попадает. Так, только на без усиления вообще не попадает. Окей, потом здесь еще есть. Окей, а так не попадает. То есть только в воздухе. Да. Думал, что это будет покруче. Ну, хлопок Халка неплохой. Так, следующий спешл это потрошитель. Назад вперед 2. В воздухе тоже имеется. Давайте его посмотрим. Назад вперед 2. Ага, типа телепорт. А, это, наверное, тут Перри. Надо будет его потом использовать. А, прикольно. Он еще и... А, если задерживать, он еще и... Если задерживать вперед, он еще и пробивает, оказывается. Смотри. Если... А, нет. Все время пробивает. Понятно.
Окей, интересно, интересно. Так, ну как я понял, это просто... Назад вперед 2 это просто такой тупой спешл, который пробивает, получается, против снарядов. Если вы посмотрите, да, сейчас сделаем тип противника воспроизвести. И он должен сейчас сделать. То есть без метра я очень быстрый, да, как бы очень быстро могу наказать. Но вот в этом проблема, что я могу с метром пробить, а без метра не смогу, да. И не такая большая дистанция. А, вот, смотри, даже не достал до него, и все равно против зонинга я могу проходить, получается. Вот сейчас. Бам. Так, хорошо. Потом у нас имеется вилтрумитская стойка. Это, наверное, перри. Уклоняется от метательных атак. От высоких, средних и метательных атак тратит одно деление, окей. Так, что тут? Броню имеет назад вперед 2, мы говорили. Имеет тоже броню. Ну, это понятно, что усиление. Уничтожает. О, уничтожает снаряды противника. Вот это хорошо. Хорошо, что я посмотрел, чтобы это знать. Неплохо, неплохо. Так, ну давайте вот попробуем сейчас вниз-назад 3. Вот, вот он взял эту стойку. Смотри, долго он ее держит. Начало 16. Активно сколько будет? А, восстановлен 25. Окей. Ну, давайте запустим, получается, нашего героя. Ага. Что, я думал, он накажет. Ага. Прикольно. И что можно накажет? О! Вау! В этой стойке прям можно конкретно... наказать. Вау! Смотри, смотри. Если ты делаешь эту стойку, нажимаешь единичку, ты можешь захватить. Так, выключим. Так, единичка захватает. Посмотрим, какая она средняя. Прикольно, значит, можно даже это... Может быть, даже можно здесь продолжить. Сейчас я посмотрю. О, можно еще... О, можно, походу, еще и дальше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может быть, я... Ах, блин, не получается. Сейчас, может быть, я смогу его даже это... наказать. Блин. Нет, что-то не так, что-то не так. Сейчас я попробую еще раз, ребят. Блин, почти, почти. Что-то с усилением не получается. Или не комбиться, или я что-то не знаю. Либо, может быть, там... надо будет еще раз посмотреть. Но пока, пока, значит, единичка. Средняя атака. Захватывать. О! Захватывает, и можно еще закомбить. Тайминг очень какой-то паршивый, если честно, но, наверное, можно закомбить. Вот, вот, вот. О, круто. Так, что там на двоечку? Средняя атака. Получается, ничего после нее нельзя сделать. Она просто вот хватает. А на какой позиции? О, нифига себе, на весь экран. Ху-ху! На весь экран? Двойка? И ничего потом не жмякнуть, да? Окей. Так, а что троечка делает? А, четверочка. Воу, четверочка жест. Четверочка, бэм. Еще мы... Да ну, без метра можно закомбить? Не говори мне этого. Можно закомбить без метра. Броу. А что, наверх можно тоже? Не, наверх не бежит. А если усилить? Так, момент. Нет, это не то. А если мы сделаем... Нет. Извиняюсь. Ну ладно, так, ладно. Так. Он не прыгает, не прыгает. Либо я не знаю, как надо, наверное, высиживать. Идет. Ладно, ничего страшного. А что троечка делает? О, сверху. И что, можно еще закомбить? Может. Да. Сколько лаунчеров, бро? Назад 1-1 у нас имеется. Потом что у нас имеется? Вперед 4-1. Потом у нас имеется, получается... Подожди. Вниз-назад 3 единичка. Еще вот этот лаунчер. Потом вниз-назад 3 четверочка. И тоже, ну как лаунчер, ну на земле как бы, да? Вау! Что еще можно сделать?
Так, сейчас я посмотрю, я тут не разбираюсь, если честно. А, вот отмена, оказывается, еще есть. Вниз РТ. РТ это у нас блок. Вперед РТ. Стойка, портал вперед. А, вот они удары. По грязи, достойная смерть, арбитр, вверх и полетели. Классное название. Так, а в воздухе еще есть? Да ну. Вау. Блин, классно. Натиск неуязвимого. Сейчас протестим. Вау. Да ну, он еще эту фигню делает сверху. Че, я могу так типа... Ну да, конечно, это не очень. Я просто пробую. Да ну. То есть я могу просто там где-то летать и сделать вот так, типа. Да ну, вот это спешл, конечно, крутой. Ну-ка, на весь экран. Да ну, вы издеваетесь. Так, а что я могу еще? Могу сделать четверку? Да ну, я еще с четверкой могу. Я могу с четверкой и с тройкой. Да, офигеть. Это читер. Это конкретный читер. Ладно, ладно, ребят, я понял вас. Так, и как там была отмена? Вниз. А, вот. Вниз блок. Или можно телепорт сделать. Смотри. Вниз назад 3. Вперед блок. И я здесь. Ха! Прикольно. Вот это да. А что я могу еще сделать так? Ха! Круто. Блин, ну мне что-то это кайфово как-то, я не знаю. Типа я могу, например, так ударить. Ну, скажем. Так, так. Побить его, побить, например. Он будет ждать атаки, а я такой хоп. И могу сверху, например. Или ударить, там, так, так. Там что-нибудь понажимать. Там раз такой, он ждет, а я обратно его обдавлю. Вау. Со всех сторон, короче, вау. Классно, мне нравится. Так, следующий мув. Это натиск неуязвимого. Также в воздухе есть. Назад, вперед 4. То есть просто Супермен, да? Да ну, если... Не понял. Ну-ка. А я что, задерживал? А как я сделал? Или я... Нет. Ах, если сверху можно еще продолжить комбу, правда? А! То есть снизу не комбит. А если ты сверху делаешь, типа такой хоп, то можешь еще... Да ну, сколько лаунчеров, броу! А если снизу? А, он не усиляется, что ли? Нет, не усиляется. Нет усиления. Нет усиления, и он комбит. Да ну, ты издеваешься, что ли, бро? Правда, нет усиления. Интересно. И полет есть. Трать одно деление супершкалы за каждое последующее использование приема полет вперед или назад. ЛТ. ЛТ это смена стойки. То есть я могу. То есть я могу сделать это. Что это мне дает? А, ну я типа могу. Типа подпрыгнул раз и тут наказать, да? Или как это понимать? А, ну он ничего не делает. Может надо как-то усилять? А как ты это усилишь? Нет, не усиляется. Нет. То есть я могу просто отпрыгнуть. Странная штука. А здесь просто не летает, окей. Ну, шустро, шустро, типа раз. Ага. Странненько. Ну, прикольно. Ну и, конечно же, давайте просто Fatal Blow посмотрим. Бам-бам-бам. Бэм. Бам-бам-бам. 350 на ровном месте. Круто, и они оба, смотри, такие грязненькие. Рылка у них, смотри, какое. Так, ладно, что еще есть? А, ну все, больше ничего нету. Есть профессиональный киллер, это фаталити. Легкая фаталити есть, классика есть. Камео, это понятно, мы это знаем.
Ну и вроде все, ребята, да, ну и тут уже можно будет как-то комбить. Мувы вы все видели, начало и так далее, можете потом просто поставить на паузу и посмотреть, как быстро работает наш Супермен, наш Омнимен. Классно, классно, мне понравилось, я буду его изучать по-любому, 100%. Надо юзать. Я хотел на Саба переходить, но что-то увидел Омнимена, и что-то он мне конкретно зашел. Мне кажется, по-любому надо его использовать. С вами был Брэдэс, спасибо, что смотрели, подписывайтесь, ребята, буду очень благодарен вам, и увидимся в онлайн-лиге. Всем пока!